В минувший четверг в зале администрации района состоялось заседание межведомственной комиссии по противодействию коррупции. На заседании присутствовали представители прокуратуры и межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский, главы сельских поселений, их заместители, работники администрации района. Заседание комиссии прошло под председательством главы района Заура Хамирзова. Всего на рассмотрение членами комиссии было вынесено два вопроса. По первому вопросу повестки дня – анализ обращения граждан за первое полугодие 2016 года выступила заведующая общим отделом Оксана Туова. Администрация муниципального образования Кашхабльский район в первом полугодии 2016 года от граждан поступило 380 обращений, 94 устных, 286 письменных обращений. В том числе из администрации главы Республики Адыгея, кабинета министра Республики Адыгея передано 22 обращения. Обращения в первом полугодии касались следующих вопросов. Имущественный вопрос 60 обращений. Жилищно-коммунального хозяйства 77 обращений и социальной сферы 243 обращения. 365 в ответах сообщается о положительном решении поставленных вопросов и принятии мер. 15 обращений находится на рассмотрении. По второму вопросу отчитались все главы сельских поселений об устранении нарушений, выявленных прокуратурой в первое полугодие 2016 года.